Крупное ДТП на юго-западе Москвы. Грузовик с песком врезался в такси на Литовском бульваре. КамАЗ протащил автомобиль несколько метров и упал на него. Песок высыпался из кузова и завалил легковушку. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, погибли водитель и пассажир такси. Сама машина превратилась практически в груду металлолома. Людей с трудом извлекли из салона.